Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Став хозяев. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Это состав Лиля. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Став хозяев. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Это состав Лиля. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Став хозяев. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Это состав Лиля. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Игра началась, смотрим. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Мяч ушел в аут. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Такие передачи придают атакам остроты. Какой удар! Мяч у вратаря. Все в порядке.